Ну и в конце выпуска предлагаем насладиться прекраснейшими кадрами из итальянских Альп. Вот этот экстремал собрал уже более 700 тысяч просмотров. А все потому, что пользователи вместе с ним могут с бешеной скоростью пролететь через огненное кольцо. И все благодаря камере, установленной на его голове. От такого захватывает дух даже у бывалых наблюдателей Ютуба. Ну, а этого экстремала поздравляем с удачно выполненным трюком и мягкой посадкой.